Друзья, привет всем! Сейчас снимем обзор на телефон, на распаковку телефона и обзор кратенький. Называется телефон Xiaomi Redmi 9. Значит, вот, купили сегодня телефон для мамы. Вот сам телефон. Чехол. Ну и здесь пленки. Пленка защитная на экран. Убираем в сторону. Значит, вот представляет такая коробочка. Достаточно тяжелая коробка. Сейчас мы ее вскроем. Аккуратно вскрываем. Так. Коробочка очень качественная, плотно достается, почти как iPhone. Вот, кстати, модель. Увеличь побольше, видно, да? Redmi 9. 32 гигабайта, карбон грей цвет. Так, значит, тут инструкции, скорее всего. Здесь сам телефон. Вот из себя представляет телефон. Защитные пленки. Вот такой телефон. Так, значит, здесь зарядка стандартная. Так, значит, здесь вход Type-C. Вот. То есть его можно втыкать хоть так, хоть так. По принципу айфонной зарядки. Так, вот комплектация получается. Посмотрим, что здесь. Устройство для снятия крышки для сим-карты. Это что такое? О, чехол идет в комплекте, что ли? Так, ну вот инструкции. Инструкции другой стороны. В комплекте, оказывается, идет защитный чехол. Этого я не знал. Вот силиконовый такой чехол. Идет в комплекте. Я также купил маме вот такой силиконовый красный чехол. Вот. Значит, давайте посмотрим. Вскроем его. Так, он открывается. Вот здесь, наверное. Получается такой телефон, достаточно удобный, тонкий, камера, наверное, хорошая будет, 13 мегапикселей. Вот. Давайте загружаем, первая загрузка, включаем. Значит, вот здесь такие слоты для зарядки, для наушников. Хороший должен быть телефон. Цена 10400 рублей. Так, ну загрузку, в принципе, показывать не буду. В принципе, вот комплектацию еще покажу вам. Вот, допустим, в сравнении с 7-м айфоном. Вот iPhone 7. Вот такие габариты имеют. Толщина. Сзади. Ну, 7-й iPhone еще в чехле, здесь без чехла. В руке сидит очень удобно. Думаю, хорошая модель. Все, всем спасибо, вот такой обзорчик сделали. Покупайте такой телефон.